Всем доброе утро. Всем привет. Сегодня у нас 17-й день пути. Мы находимся в Кургане, 18 мая. Сейчас мы поедем в Курган, заедем в магазин. Надо найти автоэлектрика, чтобы продиагностировал. Ну а потом возвращаемся, подцепляем машину, едем дальше. Да, кстати, про вчерашний день. Вчера у нас был такой достаточно нервозный, тяжелый день. То фаркоп, то двигатель подзатроил, то дорога. Дорога в Кургане, конечно. Курганская область. Федералка здесь только на бумаге федералка, к сожалению. Да, километров 100 перед Курганом нормальная дорога, хорошая, можно сказать. А до этого... И инфраструктура, ну это болезнь всей этой трассы. Да. Но здесь инфраструктура очень своеобразная, то есть поле, небольшой съезд, деревянная беседка обдуваемая со всех сторон. Да. Съезд очень небольшой, что там пару машин легковых съедет, а уж про дальнобой. Да, и видели один ремонт. Это дяденьки стояли с кисточками и красили отбойники. Ремонт дороги. Да. Ремонт дороги. Это все. Кургане. Воздух тут так пахнет. Тут такая помойка, честно говоря, вдоль трассы. Ну, об этом, в принципе, в интернете пишется. Мы же не ожидали, что настолько. Прям, они сами у себя мусор кидают в кучу, и это все воняет стоит. Мы сначала понять не могли, почему мы, откуда вонят. Ну, скорее всего, от заводов тоже. И плюс вот это добавляется. В общем, желание побыстрее съездить в магазин. Все сделать. И уехать. Едем. Так что едем дальше. Да? ГАЗ 1470. Прикинь, сразу резко. Да. ГАЗ 1470. 120 было. Въезжаем мы в Курган. Сразу на въезде стояли прицепы курганские. Здесь вообще 13. Вот так вот. На Газпроме. Ну, это метан. А, метан. 13 рублей. А там где-то бутан был 14. Новый поток. Вон какая-то заправка. 37,80 здесь. Мы, по-моему, так и заправлялись, да? Или 37,90? 38,20. А, 38,20. Вот такой вот пригород. Кургана. Курганская топливная компания. Что-то хотел съехать? Да нет, я смотрел, там отмечено, что есть. Вот так вот на выезде из Челябинска. Ой, говорю, из Челябинска. По дороге в Челябинск на выезде из Кургана. Все, мы выехали. Едем в Челябинск. В Самбурод не поедем. Не поедем в Самбурод? В общем, в Курган мы не поехали, в сам город. На въезде купили быстренько все в магазине, в супермаркете. К электронщику заскочили. И едем дальше. Теперь у нас Челябинск впереди. Выехали мы с Кургана, едем в сторону Челябинска. Сам Курган не стали ехать, потому что на въезде нам попался супермаркет и автосервис. Мы быстренько свои дела сделали, вернулись, подцепили машину и поехали. Поднялся сильный ветер с песком, как бы, ну, было бы гулять совсем некомфортно. Да, и в принципе Курган, он наполовину частный сектор, да, так же как Чита. Мы решили время не тратить, потратить это время на дорогу в Челябинск. Очень много грузинских кафешек, видать, сильная тут грузинская диаспора в Кургане. Много военной техники, памятникам военной техники. Только что нам какой-то проехал дорогу, пока я это снимаю. Ну да, впереди, если видно будет. В общем, вот так вот. Едем мы в Челябинск, переночевали мы, в принципе, нормально, это мы уже сказали, да, наверное? Да. Короче, Челябинск, едем дальше.
Отъехали 50 километров от кургана, остановились на шиномонтаже. Колесо первое за 6000 с лишним километров поменять. Ну, слава богу, столько проехали без проколов. В общем, от кургана там сразу были шиномонтажи, но сразу, а потом 50 километров ничего нету. Плохая дорога, ремонты. Вот только сейчас встретились. Трасса проложена не с нуля где-то в лесу, а по-старому просто дорогу расширили. Сделали свежее покрытие и все. Здесь поселки идут, вон. Знаков не было, но селения вон какие-то есть. В этом, в Забайкальской, в Амурской области, конечно, там прям сразу это чувствуется, видно, что федералка новая проложена, абсолютно новая дорога в стороне от населенных пунктов. И из-за этого ты едешь по 200, по 300 километров от заправки до заправки, от элементарной кафешки, где хотя бы хоть что-то можно купить, хотя... То, что нам надо было в кафешках, нету, но тем не менее. Вот так вот. Мишкино это было поселение. В общем, проехали мы около 100 километров. И едем дальше. Вот такие тут пожары полыхают. Уже километров 100 едем. Проехали мы место, где горело. Оказывается, горели поля. Ну... Что мы можем сказать? Картина радует. Вот такая у нас уже тоже зелень за окном. Вот так вот, а березки у нас уже зеленые. Ура! До Челябинска у нас осталось 22 километра. Где мы едем? Южный Урал уже. Уже на Южном Урале мы. Ура! Ура! Движение, конечно, стало более интенсивное. Очень много машин. Ну, вот, не знаю, где-то солнышко. Прям вереницы. Въезд в Челябинск у нас вот такой. Блин, деревья не дают показать. Вдалеке очень много труб. Я из Урала. Ну да, кстати, да, перед городом очень много озер. Вот такой огромный завод. И слева, и справа. Подожди, подожди. Вот это все завод, видать, один. Потом еще слева завод. Четыре трубы. В общем, вот такие заводы, огромные подъездные пути. Интересно, что в Челябинске очень много деревьев. С той стороны гигантский карьер. Там тянется. А там... Снова заводы. Езжаем на Башнефть. Почем тут бензин? 37,80. 37,80. Ну, крупная сеть, а одиночные заправки. Сейчас заправимся, поедем дальше. Двигаемся в сторону центра. Вот такие виды открываются. Слева карьер. Мне не видно. Закрыто. Уже все. Справа опять завод какой-то. Mm-hmm.
опять слева завод. Одни заводы, слушай, реально. Угу. Вот очень много заводов. Лакокрасочный. Слева. Тут не подписан был. Заводы очень огромные, огромные территории. Движение довольно-таки такое активное. Да, ездят быстро. Ездят быстро. Большой город. Какой-то завод справа, ЧИЗ сокращенно. Раз, два, три, четыре. Каждую сторону, четыре, да? Четыре, даже пять. Типовые пятиэтажки, ничего такого пока интересного, но везде тоже магазинчики, пятерочки. Реклама идет, слышишь, да? Ага. Чистый воздух, очистим воздух в вашей квартире. При точной вентиляции их продают. Да, система очистки. Здесь, наверное, посыпают очень сильно реагентом. Конечно. Она сейчас по всей стороне, вместо того, чтобы чистить дороги, просто реагентами засыпают все. Здесь вот такой вот лесопарк. Ну, такой парк и лес. Или лес-парк. Прям непроходимый бульон. Какой-то спустя. Центральный район. Подъезжаем. К магазину «Мир увлечений» продают не только прицепы, лодки, но и автодома. Вот такой вот большой супермаркет для любителей. А там внутри лодки продаются. Ага. Активного отдыха. Короче, для нас. Для нас. Но мы туда уже не пойдем. У нас уже все есть. Бани только нет для прицепа. Ну, мы ее сами сделаем. Ага.
троллейбус на депо. А вот и лента. Давай заскочим. Давай. Да, как раз по пути. Выезжаем с Челябинска. Огромный водоем какой-то.